Его голос и манеру пения узнают с первых слов, а его энергетики удивляются уже много лет. Михаил Шуфутинский выступил в Люберецком дворце спорта для наиболее активных жителей округа. Артист исполнил популярные и любимые многими песни. Наша съемочная группа наблюдала за всем, что происходило на сцене и в зрительном зале. Концерт Михаила Шуфутинского – большое событие для Люберец. Мероприятие состоялось на благотворительной основе. Некоторым жителям округа удалось посетить его абсолютно бесплатно. Многих жителей, неравнодушных, активных, которые активно принимают участие в жизни нашего города, сегодня пригласили на концерт. Он носит такую социальную миссию для наших жителей. Организатором праздника выступила администрация городского округа Люберцы и лично Владимир Ужицкий. Дрон помог нам с вами встретиться и организовать этот концерт. Спасибо ему большое. Ружицкий Владимир Петрович, вам спасибо. «Левый берег Дона», «Марджанджа», «Свечи» – уже давно полюбившиеся хиты. Но артист подготовил для люберчан и новинки. Программа ретроспектива. Песни от самых старых, которые уже много лет не исполняются, и до самых совсем недавно записанных. Отмечу, люберецкая публика всегда с нетерпением ждет выступления Михаила Шуфутинского. И артист уже не раз радовал ее своими концертами. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет, меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.